Вахтовочка пыталась, но не получилось у него вытащить. Сейчас мы его спасем. Что, по первому нет, ничего нету, он не идет? Да снега много просто. Совершенно, конечно. Мы же и делаем эту цепь. Да. Самоводка. Ага. Так, чего ты вот стоит? Исузик. Ну а что не хватит? 2,8. А это кто производитель? А хрен его знает, я вот работал на эту культуру. Собрали мосты Лазовские без блокировок, без ничего. А тут блокировки ни при чем. Колеса сильно спущены? Колеса сильно спущены? Ну, совсем что пустые, ну, немножко. Мы тут по обочине катались более-менее, туда сунулись. Ну, я подозреваю, что вы просто ездить не умеете. Конечно, машина-то да. Легкая, она должна быть. Легкая, она 30 кун тонны весит. Сколько? 30 кун тонны. У нее родной вес 2800 был, а ее еще всяким этим железом обвесили. Он что, хочешь зацепить тебя и вытащить? Типа пока он там ездит, да? Нормально, еще КамАЗик уже засаживали, еще надо засадить. Там разворачивался, тут уже КамАЗ доехал. Сейчас мастер-класс ему покажу, как надо ездить. Так, прокатился я немножко на этом звере. Ну, снег очень глубокий, не хватает ему понижения, чтобы ехать. Чтобы правильно ехать, двигатель глохнет. А чуть газу даешь, он просто рыть начинает. Ну, а этому все по барабану. И вот по глубокому снегу мы едем. Заехать. Тяжело в глубоком снегу, да? А? Ты что, этот протез менять придется? Я говорю, держись, это протез менять придется. Давай, я вот
здесь выйду сейчас, наверное. Вот такие буераки немного. Блин, вроде тихонечко же спустился, не прыгал, и все равно очень много. Подожди, подожди, он под колесом. Ну, ползти по такому снегу мягкому плохо. Погоди, Бика, не могу идти, слишком глубоко. Ну-ка, руль туда, дай и едь. Колеса спущены, мягкие. Ну вот видно, уступ какой получается. Не, эти шины, конечно, красиво идут. Вот колеса 1000, по факту они 1740. Уступчик летом метровый, как бы, получается. Вот он в целину лезет. Вот если бы что не газовал, наверное, он бы легче шел. Да, ему по барабану любой снег, конечно, на этих шинах. Вон там видно, протоптал какую дорожку. Так, новый след сейчас, еще раз, ну-ка, сейчас вот на холостых попробуем, как он. Вот просто на холостых, как она едет. Тут подъемчик такой. Хороший подъем. И когда на холостых, он идет вот вверх, видно, что он выходит на снег, хотя там снегу больше метра глубиной,
А на колосых он просто на него наезжает. И если немного газ трогать, он подгазовывает, немножко роет и проваливается. Вот, вот видно даже уступ, как снега остается. А на колосых прекрасно едет. Сейчас вот, может, по лесу, нет? Нет. Вот третья понижена. Снегу больше метра. Влево уходи, вдруг не замерзло, что такое там, чтобы не вдоль, а поперек ручья. Вот резко, да? Вот ручей метровый, да. А, держит все это. Вот подъемчик пока. Все равно буксанул. Я выйду и вот добились, что передние вообще на лепешки упали. Газует, да отпусти газ, и он сразу поедешь. Что газовать-то, ну елки зеленые.